Для любителей качественной рок-музыки минувшие выходные были, несомненно, яркими и запоминающимися. Шадринск посетила легендарная рок-группа «Ария» в рамках тура «Игра с огнем», посвященного 25-летию одноименного альбома. На концерте можно было увидеть представителей самых разных поколений, так что за долгие годы своего существования коллектив не только не потерял давних поклонников своего творчества, но и приобрел множество новых. Мы получили возможность спросить у самих музыкантов, насколько важную роль для них играет аудитория на выступлениях. А насколько для вас важна аудитория на концертах? Все зависит от диаметра иглы, как говорили в одном кинофильме. Конечно, приятнее гораздо выступать перед публикой, которая непосредственно пришла на концерт группы, которая знает материал, и их находится в достаточном количестве. Потому что та энергия, которую они могут дать нам, соответственно, возвращается к ним, не знаю, 100 крат, что называется. Такой замкнутый круг, поэтому выступать-то можно, но вот, скажем так, если говорить о комфорте, то, конечно, приятнее работать с многочисленной публикой. И в городе, вот мы в север недавно проехали, приходили люди, потому что просто приехала столичная группа, и было такое ощущение. Но уходили, в принципе, довольными, это, конечно, радовало, но большую часть концерта их можно было наблюдать, как они просто вот слушают, они только знакомятся с группой. То есть вот, в этом отношении, конечно, есть нюансы. Со сцены звучали известные песни группы, которые уже вошли в историю. Это «Улица роз», «Колизей», «Осколок льда», «Раскачаем этот мир» и так далее. Можно с уверенностью сказать, что они знакомы даже тем людям, которые не причисляют себя к поклонникам музыки данного направления. В самое ближайшее время в эфире телеканала «Шадринфо» вы сможете узнать о подробностях этого события, увидеть интервью с музыкантами группы и, конечно, послушать песни, которые звучали на концерте.